Нового рекорда в цифровом обороте достигла венесуэльская криптовалюта El Petro – почти 3,5 триллиона венесуэльских боливар. Статистику приводит портал CoinDance. Принятый парламентом Венесуэлы закон, требующий от всех государственных учреждений принимать государственную криптовалюту, сделал El Petro законным платежным средством во многочисленных секторах экономики Венесуэлы. Президент Венесуэлы Николас Мадуро стремится увеличить добычу нефти, уполномочив министра нефти разрабатывать, аннулировать или модифицировать контракты для государственной энергетической компании.